Привет, я Адам Уайлдер. Добро пожаловать в Россию. Сегодня я в одном из музеев недалеко от Москвы. Многие экспонаты здесь в рабочем состоянии. Для любителя техники посетить подобное место всегда одно удовольствие. А я здесь сегодня по возможности хочу прикупить вот эту вот детку. Нужно что-нибудь, чтобы ездить по утрам на работу и обратно тоже. Фототравление всегда было очень интересной темой среди моделистов. Маленькие металлические детали при неправильной сборке могут с высокой вероятностью превратить модель в очередной долгострой. И, возможно, сделать результат еще хуже, вместо того, чтобы облегчить работу. В этом фильме мы поговорим о том, как можно клеить и паять, как решать возникшие проблемы и правильно планировать сборку. И еще много, что может помочь сделать работу над моделью более приятной. Невозможно продемонстрировать полный процесс сборки модели в правильном порядке в одном фильме. Поэтому мы досконально разберем самые основные моменты. Пожалуй, начнем с надгусеничных полок, или, проще говоря, крыльев. Первым делом вырежем детали из общей пластины и выгнем эти углы с помощью такого вот вспомогательного инструмента. Здесь нам понадобится наш обычный нож, кусок пластика, плоскогубцы и надфиль. Используем движение по внутреннему краю, чтобы вырезать деталь из рамки. Новое острое лезвие поможет сделать это быстро и чисто. Зачистим срезы напильником. Он хорошо подойдет для больших деталей. Сгибать деталь лучше посекционно, чтобы избежать нежелательной кривизны. Передвинем деталь, если на краях нашего приспособления не хватает прижимной силы. Перевернем деталь и прижмем отвердую поверхность, чтобы получить четкий прямой угол. Еще немного потрудимся и получим нужный угол на другой стороне, которая будет прижата к корпусу. Ну вот, теперь деталь выглядит правильно. Я вырежу маленький квадрат, как указано в инструкции. Воспользуемся плоскогубцами, чтобы поправить кривизну. Иногда полезно воспользоваться исходным пластиковым набором, чтобы правильно разместить мелкие детали. Отметим будущее расположение ребер жесткости карандашом. Нам нужно сохранить эту сторону прямой, чтобы плотно приклеить ее к корпусу. Но я хочу добавить вмятины на другую сторону. Следующий шаг очень важен. Я собираюсь нанести боевые повреждения на нашу надгусеничную полку. Сторону, которая должна остаться прямой, плотно закрепим в инструмент для сгибания. Затем добавим немного искривлений с помощью плоскогубцев.
Старайтесь работать от центра, где прижимная сила больше. Можно помочь себе пальцами. Пора добавить ребра жесткости. Самое время начать паять. Инструменты, которые я использую, это припой, желательно в виде тонкой проволоки без оболочки, жидкий флюс и старая кисть для его нанесения, и, конечно же, паяльник, как видите. Понадобится как минимум два пинцета из нержавеющей стали. Свои я покупал в магазине для ювелиров. После зачистки распорок я готов припаять их по нашим меткам. Сначала нанесем флюс. Но прежде чем продолжить, я хотел обратить внимание на некоторые немаловажные моменты. После покупки нового паяльника предпочтительно сначала немного его обработать. Напильником я делаю жало более острым. Воздействие флюса, припоя и высокой температуры приводит к коррозии металлических инструментов, как на картинке справа. Используйте один старый напильник специально для чистки стержня. Если пользоваться паяльником и не чистить его, вы столкнетесь с этой проблемой. Припой просто не прилипает к жалу. Это происходит из-за того, что слой нагара скопился на конце. Поэтому очень важно чистить свой паяльник от гари. Теперь мы легко можем взять нужное количество припоя на чистое острие. В данном случае прилипло, возможно, даже многовато. Не проблема. Просто оставьте немного на металлической пластинке, как показано. Тонкая металлическая пластина, как эта алюминиевая, например, сможет помочь в самых разных ситуациях. Такую всегда полезно иметь под рукой. Правильно приложите детали и нанесите припой, легко прикоснувшись к месту их соединения. Повторите процесс для всех ребер жесткости. Припаять один конец вполне достаточно для прочного скрепления. После этого самое время удалить пластиковые крылья с корпуса. Для этой задачи подойдет бормашина с режущим диском. Скорость регулируем на свое усмотрение. Для начала грубо спилим основную часть. А затем бокорезами удаляем то, что осталось. Продолжим удалять пластик с помощью ножа. Будьте осторожны с острыми инструментами. Остатки мы удалим чуть позже. Не беспокойтесь о царапинах на корпусе. Скоро мы это легко исправим. Надфиль и наждачная бумага помогут завершить этот этап.
Далее нам понадобится суперклей, акселератор и зубочистки. Для клея я предпочитаю использовать маленькую емкость из фольги и баночку из-под краски. Это очень удобно. Суперклей в такой чашечке быстро и удобно досягаем и не высыхает часами. Используем пластиковые клинышки, чтобы заполнить ненужные отверстия на корпусе. Солидная порция клея поможет закрепить пластик на месте. Я наношу суперклей одним концом зубочистки, акселератор – другим. Поставим метку на один конец, чтобы их не перепутать. Если случайно коснуться клея акселератором, он немедленно застывает. Видите? Не стесняемся с суперклеем. Следом акселератор, чтобы ускорить процесс. Таким же способом можно заполнить все маленькие царапины. Теперь можно удалить излишки пластика и суперклея. Продолжаем чистить корпус с помощью шкурки. Вот такие мягкие пилки для ногтей могут стать хорошей альтернативой. Продолжаем полировать корпус самым мелким зерном. Я наношу шпаклевку, чтобы быть уверенным, что корпус абсолютно гладкий. Как видите, приходится потрудиться, чтобы удалить весь ненужный нам пластик с корпуса. Полностью убрать его необходимо еще до того, как мы соберемся наносить тонкие детали из фототравления. Порядок действий тот же, как и при удалении надгусеничных полок. Старайтесь работать чисто и на внутренней стороне. Когда шпаклевка полностью высохла, еще раз отполируем поверхность корпуса. Это будет нетрудно, так как они приклеены только одной стороной. Низ корпуса не будет виден на завершенной модели. И можно смело добавить побольше клея, чтобы прочно скрепить надгусеничные полки на корпусе. Старой кистью наносим акселератор.
Задняя часть имеет несколько выступающих деталей, которые необходимо выдавить. Ничего сложного. Творчески подходите к работе с инструментами, как, например, в этом случае. Если паять прямо на модели, то это нужно делать быстро, чтобы от нагрева не успел расплавиться пластик. И закончим новой порцией суперклея. О петлях мы обязательно поговорим немного погодя. А сейчас давайте перейдем к решеткам. Для начала этой операции понадобится металлическая пластина, клейкая лента и карандаш. Приклеим первый кусок проволоки на наш алюминиевый треугольник. И поочередно насадим на него все поперечные перегородки. Используем пластиковую деталь из набора, чтобы правильно наметить места их расположения. Понадобится лишь небольшое количество припоя. Очень важно, чтобы ваш паяльник был снова хорошо зачищен. Добавим немного флюса и спаяем детали. Если на пинцет случайно попал припой, просто нагрейте его кончик и аккуратно отпаяйте. Когда вертикальные перегородки готовы, я вставляю сквозь них оставшиеся две проволоки. Достаточно припаять только их концы, это сэкономит нам время. Давайте продолжим и добавим изгибы на рамку решетки. Для этого идеально подойдут круглогубцы. Я отрезаю проволоку под углом, убедившись, что ее длина превышает длину рамки. Вставим проволоку в отверстие рамки и припаяем эти места. Старайтесь сделать это быстро, чтобы не перегреть и не отпаять уже готовые части. Убедитесь, что детали плотно прилегают и вертикальные секции не выпирают над поверхностью рамки. Я начинаю с середины и двигаюсь в сторону. Когда рамка полностью спаяна, проволоку по краям можно срезать.
Важно, чтобы края рамки были плоскими. Наша решетка без проблем должна войти в отверстие на модели. Пилка поможет счистить остатки припоя с детали. На реальных танках эти компоненты почти всегда погнуты. Немного боевых повреждений придадут жизненности нашей модели. Затем я добавлю небольшие крепления, помогая себе обоими пинцетами. Убедитесь, что детали плотно прилегают друг к другу, прежде чем начинать паять. Суперклей — иногда все, что нужно для самых маленьких деталей. Я решил погнуть решетку еще больше, чтобы отразить дефекты, хорошо видимые на большинстве фотографий. Посещение музея позволит вам разглядеть вблизи мелкие детали и может дать представление о том, как они работают. Такие части танка очень быстрые в производстве и также быстро изнашиваются в полевых условиях. Небольшой капли суперклея хватило, чтобы приклеить решетку на модель. Если сравнить наши фототравленные детали с реальным примером, мы можем увидеть уровень реалистичности, который трудно достичь, используя только лишь пластик. Двинемся дальше. Соберем этот ящик для инструментов. Начнем с крышки. Как вы уже знаете, вырезать лучше, держа нож плотно к детали, а не к рамке. Пилка хорошо заменяет напильник, а иногда и оставляет более чистые края. Тупым инструментом продавим ребра жесткости. Даже не сильного нажатия хватит с лихвой. На данном этапе удобнее согнуть только длинные стороны. Еще раз убеждаемся, что два тонких пинцета очень поднимают навыки работы с такими мелкими деталями, как эти петли. Наш инструмент для сгибания и здесь незаменим. Сначала мы соберем и припаяем мелкие детали, и лишь затем согнем оставшиеся углы на крышке. Блютак поможет закрепить ее на время пайки. Теперь вы видите, почему я не согнул узкие края крышки. Если бы они были уже загнуты, то было бы тяжело удержать пинцетом на месте маленькие петли. Когда петли припаяны, ничто не мешает завершить два последних сгиба. Сборку даже самых простых деталей лучше спланировать заранее. После того, как я для реалистичности ее немного помял, наша крышка ящика готова. Перейдем непосредственно к корпусу ящика. Я начну с маленьких пулевых отверстий на наружной стороне. Их будет трудно сделать, когда ящик будет полностью собран. Это намного легче, пока деталь еще плоская. Старайтесь паять изнутри, когда это возможно. Это поможет сохранить чистый профессиональный вид с наружной стороны деталей.
Мелкие ручки и крепления, как эти, на торцах, всегда были вызовом для меня. Часто флюс помогает правильно придержать деталь на своем месте при пайке. Наносим припой по краю детали, что даст нам крепкий и при этом чистый шов. Но на этот раз у меня возникли трудности. Я припаял крепление криво, и это надо исправить. Этот беспокойный момент мы пройдем так. Снова разогреем нашу деталь и аккуратно высвободим ее. Теперь поставим ее на нужное место и снова припаяем. Просто передвиньте деталь и разогрейте припой, оставшийся с первого раза. Эти мелкие части не раз заставляли меня поскрипеть зубами. Правильно сформировать их легче, если немного использовать воображение. Совсем малюсенькие детали крепежа трудно правильно выгнуть и очень легко потерять. Один из вариантов, как справиться с этими раздражающими пластинками, это предварительно согнуть по центру. Затем проволока и клейкая лента помогут облегчить страдания. И приготовьтесь к тому, что получиться может не с первой попытки, так что запасемся терпением. Мелкие детали держите наготове ближе к месту, так быстрее их приклеить и не потерять. Небольшие кусочки проволоки помогут закончить этот шаг. Опять же, паять нужно очень быстро, чтобы не повредить достигнутое таким трудом. Теперь я завершаю формирование днища ящика. Всегда лучше паять с внутренней стороны, что поможет избежать лишней чистки и сохранит довольно приятный внешний вид. Это особенно важно для тех, кто публикует свои работы. Немного поработав над повреждениями и проверив части на совместимость, можно вставлять хрупкие цепочки. Мы убедились, что даже относительно небольшие объекты, как наш ящик для инструментов, требуют предварительной подготовки и планирования сборки. Еще раз обратите внимание на уровень реализма. Двигаемся дальше и приступаем к чудесным рабочим петлям. Для этой задачи нам снова потребуется приспособление для сгибания фототравления. Сначала согнем только одну сторону,
Хорошо зажимаем и начинаем сгибать края под углом в 90 градусов. Немного вытащите деталь наружу и снова зажмите. Чтобы сформировать петли, используем проволоку. Снова передвинем деталь и доделаем петлю. Плоским концом линейки выровняйте петли так, чтобы они были на одном уровне друг с другом. Имея более плотно свернутую деталь, нам будет легко защелкнуть ее концы и освободить одну руку для паяльника. Теперь я могу спаять основные стыки деталей, начав с распорок. Напаиваем углы по чуть-чуть, так, чтобы деталь не слишком нагревалась. Дайте остыть и добавьте еще. Дайте остыть, добавьте еще. Работайте с паяльником быстро, чтобы деталь не перегрелась чересчур сильно и припой не растекся. Уберем весь лишний припой напильником. Для полировки шва используйте шкурку или пилку для ногтей.
Смотрите, как кипит оставшийся флюс вокруг уже припаянных компонентов, когда тепло разбегается по металлу. Это значит, паяльникам нужно действовать максимально быстро. Нанесем флюс с помощью кисти. Он поможет удерживать деталь. Паять рабочие петли – дело непростое. Используйте припой маленькими порциями, иначе вы запаяете петлю целиком, и она перестанет быть подвижной. Излишки припоя удалим кусочком наждачки, иначе они останутся заметными и после покраски. Небольшой кожух сзади был согнут и припаян в последнюю очередь. Посмотрите, как чисто и профессионально сетка выглядит снаружи, по сравнению с видом изнутри. Это очень важно при подготовке фотографий и статей для публикации. Открытые экспозиции дают уникальную возможность посмотреть на технику вблизи и подробно рассмотреть детали, трудно различимые на фотографиях. Окей, теперь мы соберем топливные баки. При сгибании цилиндрических деталей хуже всего это такие вот плоские участки. Небольшие дополнительные изгибы по краям помогут этого избежать. Их надо скатать так, чтобы края ровно сходились перед запаиванием. Как видите, изгибы получились довольно плавные. Еще раз прокатаем деталь об стержень, более тонкий в диаметре, чем нужно. Деталь справа будет намного легче паять, благодаря загибам на каждом конце. Далее припаиваем ручки на торцевины баков. Теперь мы готовы к сборке. Я наметил верхушки баков, чтобы потом правильно установить ручки на торцах. Аккуратно вставляем концы детали в пазы. Более тонкий диаметр свернутого цилиндра помогает лучше соединить концы, пока вы проверяете, чтобы ручки стояли перпендикулярно верху. Начинаем паять края цилиндров. Удерживая цилиндр плоскогубцами, нагреваем детали паяльником так, чтобы припой растекся между ними и накрепко схватил их вместе. Швы запаиваем отдельными секциями. После того, как сборка окончена, зачистим баки от лишнего флюса. Я всегда действую сначала крупнозернистой шкуркой, затем полирую деталь более тонким номером. Кусочком наждачки я очищу места спайки по краям цилиндров. Не забудем нанести повреждения. Легких постукиваний деревянным молоточком будет достаточно, чтобы сделать реалистичные вмятины. Следите, чтобы они были нанесены хаотично.
Собирать крепления для баков, хоть они и хрупкие, вовсе не сложно. По опыту я знаю, что лучше заранее отрезать от полосок пару лишних миллиметров. Затем я их сгибаю. Ставим на место и припаяем маленькую деталь, фиксирующую ремень. Варианты использования инструментов для самых разных задач ограничены только лишь воображением. Крепления имеют несколько различных радиусов, так что сгибать их нужно очень аккуратно. Центральный радиус сгибаем в последнюю очередь, чтобы убедиться, что обе опоры равной длины. Я закончил с ремнями и фиксирую их на креплениях. Вставив цилиндры на свои места, припаяем ремни с другой стороны. Для фиксации топливного бака будет достаточно маленького кусочка припоя. На этой конкретной модели мы не будем вставлять баки в крепление, потому что они помешают нашим сетчатым бортовым экранам. Напоследок остались горловина и крышка топливного бака. Для этого нам нужен кусочек тонкого прямого литника. Очистим его от швов. Нагреем литник и плавно растянем его за концы. Ждем пару секунд и тянем еще дальше. Приклейте кусочки литника на суперклей и дайте им 15 минут просохнуть. Обрежем литник до нужного размера и обтачиваем его надфилем. Липкая лента поможет не растерять мелкие детали. Теперь их нужно посадить на суперклей. Ручка-зажим с тонкой проволокой или даже с кусочком тонкого тянутого литника – это отличный инструмент для минимальных объемов суперклея. Приклеиваем крышки, и баки готовы. Теперь у нас куча собранных фототравленных компонентов. Настало время прикрепить их на корпус модели. Я поставлю ящик для инструментов на небольшой кусочек пластика. Прежде всего, нужно убедиться, чтобы опоры ящика не выступали над поверхностью. Всегда старайтесь использовать салфетки, чтобы супруга не ругалась за испорченную мебель. Этот кусочек пластика позволит легко нанести хороший слой клея для прочного соединения. Я поставил детали заслонок на свои места и теперь прикреплю заднюю решетку на крышку корпуса. Но прежде всего, нанесите несколько вмятин для более натурального вида. Не забудьте наделать дырок в экранах.
Такие части, как эта сетка, гнулись и рвались очень легко. И имитация таких повреждений на наших травленных деталях заметно оживит модель. Приклеиваем петли очень осторожно, чтобы они оставались в подвижном состоянии. Я приклеил крышку только с одного края, чтобы можно было приподнять ее во время окраски. Теперь перейдем к топливным бакам. Отметки на корпусе помогут приклеить баки точно в нужном месте. Эти выступающие детали легко могут отломиться в ходе окраски и транспортировки модели. Так что не стесняйтесь суперклеем. Добавьте еще больше клея с внутренней, не такой видимой стороны. Используем акселератор для ускорения процесса. Все отдельные компоненты прикреплены к корпусу модели, и настает очередь для сетчатых экранов. Toma Shields сетчатые экраны делают наш Т-34 уникальным, и на них не жалко истратить побольше времени. Сначала соберем крепления и зафиксируем их на крыльях. Остальные части мы сделаем с помощью этих шаблонов. Здесь видно сами крепления, собранные и установленные на одном из бортов. Теперь повторим операцию на другой стороне. Начнем с небольших крыльевых креплений. Лучше всего сложить две детали вместе, протянуть через них проволоку и затем спаять. Проволоку отрежем так, чтобы кончики немного торчали. Приклеив шайбы, обрежем проволоку до нужной длины. Теперь несколько деталей собрано, и их нужно правильно установить на место. В наборе от Aber уже имелись шаблоны, которые я изогнул и аккуратно припаял к наружной стороне крыла. Важно использовать минимум припоя на этом этапе, потому что позднее мы их удалим. Для удобства я нанес немного припоя на деталь, прежде чем приложить ее по месту. Теперь осталось только прижать ее к крылу и нагреть паяльником. В шаблонах предусмотрены разные пазы для всех креплений экранов на корпус. Перенесем разметку, и шаблоны можно убирать. Следом счистим остатки припоя с внешней стороны. Теперь займемся трубчатыми креплениями. В набор фототравления уже входило несколько трубок. Они должны быть изогнуты в нескольких местах. Я разметил места сгибов и место для среза по длине. Если лень доставать дисковую пилу, то можно отрезать трубки надфилем.
Теперь их можно согнуть. Сгибаем с помощью пары плоскогубцев. Чтобы угол был острым, я сдвинул плоскогубцы плотнее друг к другу. Члены экипажа Т-34, прототипа для нашей модели, судя по всему, установили на свой танк экраны, снятые с подбитого немецкого «Панцер-4». Поэтому все детали могли быть изрядно помяты. Теперь пора изготовить опоры, которые закрепят трубки на корпусе. Тонкие круглогубцы идеально подойдут для такой работы. Согнув все крепления, припаяем их к надгусеничным полкам. Просто нагреваем деталь, и она уже никуда не сдвинется. Для фиксации опор на корпусе танка возьмем суперклей. Разместить трубы оказалось несложно. Нужно только прижать их к креплениям и быстро припаять. Нужно добавить маленькие пластинки вокруг трубок для более прочного крепления. Эти детали также можно припаять разными способами. Мне проще припаять сначала один конец, загнуть деталь вокруг трубы и аккуратно припаять другой конец. Ничто не избежит вмятин. На опорах также добавим небольшие дефекты. А теперь наши самые главные — сетчатые экраны. Начнем делать экран со сборки всех небольших элементов по отдельности. И затем припаяем к сеткам. Сначала прикрепим распорки. Они делают экраны более прочными, так станет легче работать при фиксации мелких деталей. Удобнее припаять распорку с одного края и затем пройти паяльником до другого. И еще раз, если пинцет припаялся к детали, аккуратно нагреваем паяльником и не забываем почистить с помощью мелкой шкурки. Удалите припой с пинцета, чтобы детали снова не прилипли. Доделав распорки, счистим все лишнее по краям. Теперь нужно сделать все компоненты, которые фиксируют экраны к кронштейнам. Тонкие острые пинцеты идеально подходят для сгибания мелких деталей. Нужно работать осторожно, когда детали содержат много маленьких сгибов рядом друг с другом. А
Несколько разных плоскогубцев под рукой облегчают задачу. Снова наносим припой на внутреннюю, маловидимую сторону. Иногда выравнивание и закрепление детали по месту может стать причиной нервного срыва. Просто терпите и верьте, что все получится. Когда детали собраны вместе и спаяны, я хорошенько сожму их плоскогубцами, чтобы они стали плоскими и плотно прилегли к сетке. И снова блютак помогает сэкономить время. На этот раз припайки этих маленьких частей. Удалим оставшийся блютак с деталей, просто дотрагиваясь до большого комка. Все элементы конструкции готовы, и можно приступать к сборке всего экрана. Флюс помогает деталям прилипнуть к поверхности. Указательным пальцем я загибаю край сетки, чтобы убедиться, что деталь прилегает ровно. Припаиваем с внутренней стороны. И снова это нужно сделать быстро, или спаянные части развалятся. Готово. Теперь осталось приклеить маленькие пластинки с болтами. Они также скроют малопривлекательные следы от пайки на сетке. Если заранее тщательно спланировать сборку, остатки припоя будут почти не видны на законченной детали. Теперь осталось добавить эти мелкие назойливые шайбы. Никуда не деться, на это приходится потратить изрядно времени. Липкая лента опять поможет избежать потери деталей. Я приклеиваю их на место с минимальным количеством суперклея.
Иногда статическое электричество помогает удерживать мелкие элементы. Периодически лучше зачищать кончик зубочистки до остроты. Возьмем тонкую проволоку, чтобы обозначить концы болтов, как указано в инструкции к набору. Нарезав необходимое количество кусочков, вклеиваем их в отверстие прямо по центру. Снова понадобится зажим с тонкой проволокой для нанесения минимальных объемов суперклея. Я решил добавить клей, чтобы еще сильнее укрепить места соединения элементов. На металлической поверхности суперклей высыхает медленно. Пришлось подождать около 30 минут, пока клей полностью застыл. После этого нужно короче отрезать проволоку до реалистичной длины. Раньше я не всегда обращал на это внимание, но очень важно водой и моющим средством смыть с собранных деталей остатки флюса, пыль и отпечатки пальцев. Немного повреждений, и наш сетчатый экран готов. Ну что, закончим с башней. Я решил установить кронштейны для экранов на башню другим способом. Эти элементы крайне уязвимы и могут легко отвалиться в момент покраски или транспортировки модели. Чтобы добиться прочного соединения, я припаяю проволоку на каждую опору крепления. Высверлим отверстие в стенке башни. Еще до того, как приклеить, я наношу припой в каждый угол детали, чтобы придать ей устойчивости. Эта важная уловка всегда может пригодиться. Затем я вставляю концы проволоки в отверстие и нанесу клей. Теперь деталь придется сломать, чтобы оторвать от модели. Вот пример крепления без дополнительной пайки углов. Запаяем углы, и деталь станет гораздо прочнее. Можете убедиться, это сработало. И в завершение немного о поручнях. Все поручни на модели, которые вы могли увидеть в течение фильма, были собраны с помощью инструмента Grab Handler. Он позволяет делать прочные ручки из проволоки. Прокатайте проволоку между двумя жесткими поверхностями, чтобы распрямить. Используем пластиковую деталь из набора, чтобы определить нужную ширину. Примерно 49 в данном случае. В нужном месте плотно зажмем проволоку и пальцем сделаем загиб. Надавим о твердую плоскую поверхность и получим ровные прямые углы.
В корпусе и башне высверливаем отверстие диаметром примерно равным проволоке. Методы окраски моделей крайне важны. Но, как бы там ни было, то, как мы соберем модель, сыграет жизненно важную роль в конечном результате и после покраски. Thank you.
В этом фильме вы увидели некоторые приемы, которые полезно использовать при работе с фототравлением. Моя цель была показать инструменты и объяснить основные методы, необходимые при сборке большинства деталей, включая основы планирования сборки сложных конструкций. Но, пожалуй, невозможно отыскать все способы собрать все наборы, которые только существуют. Еще увидимся! Текст читал Антон Афанасьев. Перевод Родион Зотов и Павел Черепанов. Фильм озвучен на студии CM Records в 2011 году. Шум дороги погоняет, ветер гладит словно шелк, за ним каждый воздух оглоток. Я бегу, я догоняю солнце. Куда я бегу? Запада ветер на полу подъезда. Мы ждали его совсем в другом месте. Просить нету сил, бежать уже поздно. Запада ветер настроен серьезно. Руками давил, ногами пинал. Не говорил, но кажется знал. Просто молчал, не перебивал. До выхода нам дотянуться давал. Теперь уже глупо скрыться, пытаться. Дыханию не сбиться, мозгам не сломаться. Мне показалось, я выход заметил. Давай просто встретим запада ветер. Запада ветер, не убежать, он давно нас заметил. Так все нормально, так все.
переправах заложены мины. Веселый художник пишет картины в назначенной позе. Серьезные лица, на все наплевать, ничего не случится. Так и гуляем с разбитыми рожами, не понимаем, на кого же похожи мы. Руки в карманы, лица направо, самоубийцы падают прямо. Наверное, теориями задавили, мне не здоровится. Или показалось, я выход заметил. Давай просто встретим запада ветер. Запада ветер, не убежать, он давно нас заметил. Да, так все нормально, давай просто встретим запада ветер. Встретим запада ветер, не убежать, он давно нас заметил. Да, все нормально, так все нормально. Извините, извините, сэр. Вы принимаете кредитки? Хочу один вот такой вот здесь купить. И прибавьте комплект зимних траков, пожалуйста.